У Кати детский церебральный паралич, однако с детства девочка отличалась любознательностью и способностью сопереживать, обобщать и исследовать. Поэтому, повзрослев, окончила магистратуру ЛГУ, стала психологом и придумала детскую программу, которая должна помочь выстраиванию принципиально новых отношений между людьми разных социальных групп. В конце июля она получила приглашение на молодежный форум «Иволга», однако выступить там ей не удалось. Тем не менее, ее проект «Радуга» заинтересовал Сергея Морозова. В выходные губернатор приехал к ней в гости. То есть у меня по проекту было, он у меня социально-образовательный и предполагал разработку методической программы и методического пособия. По результатам проекта должны были разрабатываться, будут разрабатываться, вернее, цикл занятий. Угу. На которых хоть только для детей 5-7 лет. Дело в том, что Катя с детства замечала несколько неадекватное отношение общества к инвалидам. Относиться к ним как к больным нельзя, считает Катя. Они не больные, они другие. На то, чтобы убрать медицинскую составляющую из повседневного общения, и направлен проект. Мысли девочки заинтересовали первых лиц региона, поэтому Катя от них поступила несколько предложений. Мы познакомились сегодня с замечательной девушкой. Очень образованный, очень умный, очень грамотный. И самое, наверное, отличительное – это то, что эта девушка, имеющая ограничения в своем здоровье, желает помочь людям. И она написала проект. Проект, который формирует в людях толерантное отношение к людям с ограниченной возможностью, к людям, имеющим инвалидность. А девушка по образованию – социальный психолог. Екатерина просила помочь ей с проектом, и в соответствии с чем мы сейчас были у нее, состоялась рабочая встреча, наметили ближайший план действий, то есть это мы ей всячески поможем и административно, и методически, всем тем, чем сможем. То есть у нее будет, в первый момент ей предложили работать психологом и, соответственно, работать со всеми целевыми аудиториями, с которыми она бы хотела. То есть свой проект она будет реализовывать прямо на рабочем месте. Сейчас Кате предстоит составить карту, смету, планы мероприятий. Сама девушка встречи осталась довольна. Я довольна этим предложением, но не знаю, как они пойдут, но мне бы хотелось, чтобы все, что вот мы сегодня обсудили, получила жизнь, получила начало, скажем так. Катя не мечтает заработать на реализации проекта. Ее цель – помочь людям понять друг друга, перестать бояться общения, принять личности друг друга, а не физические особенности. Все, кто в этот день познакомился с Катей, поражены ее острым умом и добротой. По уверениям психологов, развитие любого ребенка определяет семья. Старшие Буровцевы подтверждают это. Мы просто ее воспитывали как обычного ребенка. Она и была обычным ребенком, то есть такой же ребенок, подумаешь, она, допустим, не может подойти что-то взять, там, так как мы, нам привычно протянуть руку, подойти ногами, да, подумаешь, мы ее учили. Катю научили ходить, но главное в ней и ее семье не это. Главное умение – доброта и огромная эмпатия. И этому Кате с легкой руки регионального правительства теперь предстоит учить малышей. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.